Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня видео о косметических пустых баночках. Баночек будет не очень-то много, потому что я не так давно снимала, но некоторое количество у меня накопилось, я хотела бы выкинуть уже, избавиться от них и все, ну и соответственно снять видео. Бытовой химии будет совсем немного, в основном это уходовая косметика и, наверное, немножечко декоративный. Давайте приступим. Во-первых, средство для мытья посуды от марки «Каждый день» с ароматом яблока. В объеме 500 грамм. Стоит оно буквально какие-то копейки, но могу его похвалить, потому что, ну, оно, знаете, не густое, но оно и не жидкое, как вода, вот прям бывает совсем вода-вода. Нет, оно такое, и не могу сказать, что средненькое, оно ближе к жидкому, но не вода. У меня оно еще не закончилось, то есть я буквально несколько дней назад вылила в дозатор. Хороший продукт, и я, знаете что, буду повторять. Аромат у него приятный, он действительно пахнет, это средство, яблочком, ну, не ярко, ну и не химозно, вообще нормальный, хороший аромат. Что касается, вот как оно отмывает посуду, знаете, мне папа всегда вот рассказывал, всегда говорил, и я знаю, что это работает реально, что вода, холодная вода, это лучший растворитель. А я всегда мою посуду в холодной воде. Ну вот, кстати, сколько подруг разных спрашивала, тоже, как оказывается, вот, ну, старшее поколение всегда моет в горячей воде. А мы как-то все, вот в моем окружении, даже не экономии ради, моем почему-то холодной водой. Вот. И вот это средство прекрасно справляется. Ну и, как мне папа объяснял, любое средство в холодной воде справится даже с жирной посудой. И это действительно так. Вот он говорил, что это самая такая простая химия, и это самый лучший растворитель. И, скажем, если взять какую-то жирную посуду, то и взять дешевое средство, то в горячей воде может оно не сработать. Если взять дешевое средство и мыть холодной водой, то все отмоется просто на ура и достаточно быстро, без сильных усилий. И я в этом уже убеждалась не один раз. Я вообще горячей водой, теплой водой мою посуду крайне редко, только если, знаете, я замечала, когда на улице, как сказать, очень-очень холодно, какие-то морозы, то из крана холодная вода льется ледяная, во все остальное время она льется весьма комфортная. Но я живу на 8-м этаже, поэтому, как бы, я не знаю, просто как она там циркулирует, ну, по крайней мере, на нашем этаже вот как-то так, вполне комфортная температура. Вот, поэтому у меня нет никаких нареканий, если, например, средство для унитазов от марки «Каждый день». Ну, из плюсов, да, у него нет запаха хлора, вообще отдушка какая-то нейтральная. У меня нет в унитазе каких-то прям сильных загрязнений, оно вроде бы совсем справляется, и все равно я не могу, вот какое-то такое чувство, что я не хочу его покупать, несмотря на то, что там большой объем и стоит 34 рубля. Я просто люблю сэкономить, но не в том случае. Там я лучше переплачу и антиржавчину возьму в фикс-прайс, потому что пусть ржавчины у меня нет, но и то средство тоже не пахнет хлоркой, и при этом вот мне больше нравится. Поэтому я ему дала второй шанс. У меня был, по-моему, морской аромат, я взяла еще с лимоном, но больше шансов я уже давать не буду. Вот, если даже возьму, то это будет просто, я не знаю, там вот, ну, не на основную уборку, это точно. А вот данный продукт я буду продолжать покупать. Хороший. Мне нравится. И второе средство, кстати, тоже с ароматом яблока от Faberlic, мыло для кухни, устраняющее запахи. Ну, вот эти вот все старые версии с яблочком и так далее, и купила я его давно. Здесь объем 300 миллилитров. Оно действительно хорошо устраняет все неприятные запахи. Я его даже в стиралку добавляю, когда там собаки стираю подстилку. Раньше у меня был крыс, я ему клетки мыла. Вообще все запахи устраняет на ура. Ну вот потом, вот кофе, еще что-то, и я заметила, что уже вот эти более современные плохо справляются со своей задачей. И знаю, что ругают еще те, кто живет вот, ну, где климат очень холодный, видимо, везут, пока вот везут, все это замерзает, потом тает, и, видимо, вот тоже средство не очень хорошо работает. А так вот, я говорю, старые вот эти все
варианты, они очень даже хорошие, мне нравятся. У меня, по-моему, еще что-то из старенького есть в запасе, мне так кажется. Теперь еще от марки «Каждый день» жидкое мыло для интимного ухода, это я буду тоже хвалить. Потому что продукт очень хороший. Правда, если вам нужна там какая-то кислота в составе, ее тут нет, поэтому данный продукт вам не подойдет. Если вам это не важно, то могу посоветовать. Лично у меня никаких проблем не возникает, пользуюсь не первый год. Я раньше от Мэграф фикс прайс покупала такую большую бутылку, раньше продавались, рублей 50 стоило, был очень и бюджетно, и качественно. А потом, когда там средства пропали, я как-то взяла вот на пробу, думаю, стоит очень дешево, там 25 рублей на тот момент продукт стоил как раз, а объем 250 миллилитров, то есть, в принципе, по цене то же самое, что и фикс прайс. Попробовала, мне понравился аромат. Он, конечно, очень насыщенный, даже сперва меня отпугнул, но в соприкосновении с водой аромат просто потрясающий. Я в полнейшем восторге, я даже думаю, что буду как... гелем для душа тоже иногда пользоваться, потому что уж очень мне нравится этот аромат, я в восторге, он в ванной вот ощущается прям классно. Так что в целом могу посоветовать, и я знаю, что читала отзывы на данное средство, то тоже хвалят, несмотря на то, что стоит очень-очень дешево. Следующий продукт. Это крем для лица, точнее ночная гелевая маска, витаминка, смузи фрукт от 100 рецептов красоты. Ну, на самом деле, она была такая кремовая, то есть это средство непрозрачное, аромат приятный, фруктов, но есть один момент. Дело в том, что вот эти продукты от 100 рецептов красоты в баночке, я уже второй раз убедилась, что имеют свойство менять ароматы. Я поэтому, когда купила, открыла сразу потестировать, и вы знаете, пахло фруктами, все еще пахло. Довольно ярко, по срокам годности все прекрасно, но появилась такая прогорклая нотка, поэтому я сразу отставила все другие продукты и вот за месяц-полтора использовала данный крем. Поэтому что могу сказать, если, в общем, данные средства нельзя покупать в запасы, потому что кокос, я тогда в конкурсе у Тани выигрывала, он у меня стоял в запасе, и я его потом то ли на ноги вымазала, то ли на руки, потому что там прям кокос уже едва заметен был, зато вот эта прогорклость, она ощущалась. Поэтому данное средство не для запасов. Купили, сразу открыли и использовали. И чем сроки будут такие наиболее хорошие, тем лучше. Потому что здесь, ну, как бы, произведено 22 декабря 2019 года. И годен продукт до 21 декабря 2022 года. То есть, в принципе, по срокам еще все нормально, но уже вот проблемка. Так что лучше покупать с более хорошими сроками. Пораньше. Что касается свойств, мне, в общем-то, понравилось. Пользовалась ежедневно вечером. Может быть, кожа лучше не стала, но она не стала хуже. И, в принципе, лицо такое, ну, как-то получше выглядело. То есть, в принципе, могу похвалить. Следующее. Давно в запасах у меня был вот такой вот, так, в чем я тут попачкала, гель для душа от Faberlic, кокетка с ароматом розы. Это парфюмированный гель. Он в объеме 150 миллилитров, он у меня давно появился, и практически когда я зарегистрировалась в Faberlic, ой, решила вспомнить аромат, он классный, действительно пахнет розой, у меня была миниатюрка аромата, я, пожалуй, даже не купила полную версию, только потому что не люблю красный цвет, но это мне просто в подарок, по-моему, к заказу шло, что-то такое. Хороший гель, ну, я его использовала достаточно быстро, кожу мне вроде бы как не сушил, я не знаю, ну, у меня как бы и таких проблем нет, у меня кожа не жирная, не сухая, нормальная, поэтому, ну, вот, он был прозрачный такой, гелевый, приятный, ну, сейчас я не знаю, есть продажи, нет, но хороший. А дальше тоже от Faberlic. Средство это вот
лак для ногтей в основном пользовалась мама, и я сейчас добивала. Ну, опять же, вот эта серия, она выпускалась в разном оформлении. В данном случае такая золотая коробочка, 73-17 артикул. Хороший лак, он вот у меня сейчас на ногтях. У него удобно, ну и оформление, конечно, классное, и кисточка, как видите, вот такая широкая, очень удобно красить ногти. Вот, ну уже, вроде бы, как видите, там вроде бы еще лак есть, но на самом деле вот накрасить полноценно ногти уже как бы проблематично. Поэтому я вот накрасила и все. Ну я бы даже, в принципе, если бы я сейчас не уезжала, я бы... Ну, еще бы вот подправила маникюр, но поскольку я уезжаю, я просто переделаю полностью, вот, на готовый дизайн, поэтому, вот. А так, давно средство, очень давно, уже, ну, слушайте, лет, подозреваю, лет 5 назад куплено, потому что, ну, как ни печально, у меня мама умерла в 18 году, значит, 16-17 год, когда данное средство было куплено. Дальше. Крем для лица, как всегда, Карина. Ну, один заканчивается, я беру другой крем. И поскольку советская упаковка металлизированная, она, ее нужно сразу в баночку. Вот я беру баночку, сразу выдавливаю, тогда получается идеально все до последней капли выдавить. Вот. И если будете такие упаковки брать, сразу выдавливайте в баночку, потому что, ну, или используйте вот эти специальные приспособы, потому что в противном случае не получится, знаете, как я иногда думала, что, ну, вот, останется немножко, я там выдавлю. Не получится, потому что дальше тюбик начнет трескаться. Сам гель, он отличный. Аромат, да, он яркий, но он выветривается с кожи довольно-таки быстро. Всякие, если высыпания какие-то на коже проходят быстрее, ну, здесь вот, видите, комплексом аминокислот, микроэлементов, тут зеленый чай, соль мертвого моря, все такое. Короче, классная штучка. Советую. Если кто еще не пробовал, то попробуйте. Так, следующее средство. Это для рук. От Faberlic Beauty Cafe вишневый конфитюр. Ну, классный крем и по свойствам, и оформление, и аромат бомбический. Такое варенье вишневое с косточкой. Ну, что могу сказать. Это не первый мой тюбик. Я сейчас не знаю, есть опять же Faberlic или нет. Ой, аромат, конечно, классный. У меня еще есть сейчас в запасах и гели, и мыло, и... по-моему, кусковое и не кусковое. Классно. Очень люблю этот аромат. Ну и по свойствам повторюсь. Хороший. Дальше выкидываю с фикс прайс вот такой вот набор. Но он не какущий, поэтому я не вижу смысла его хранить. Когда-то купили. Дальше разбиралась, нашла подводку от Faberlic, вот такую вот. Маме нравилась, она, ну вот это правда зеленая, она в основном пользовалась черной. Но зеленой вроде как тоже иногда пользовалась. Ну, уже высохла, я, тем более, что я подводки вообще не использую. И как бы у меня такой макияж без макияжа, ну и высохла, выбрасываю. Вторая подводка, она тоже вот из этой же серии. Вроде как, ну да. Сейчас открою. Это уже как раз черная. Мама заказывала постоянно эти подводки. Ей нравилось. Дальше. Еще у нее была вот такая белорусская, по-моему, подводка. Я покупала от Релуи. Да, Релуи, кажется, если я правильно произношу. Здесь такая ворсистая кисточка, здесь силиконовая. В принципе, мама тоже пользовалась. Как бы. Ну, насколько я помню, вроде все нормально. Нареканий никаких не было. Дальше. Из фикс прайс были когда-то вот такие вот ароматизаторы.
Ну, убиралась недавно в полке с обуви, выбрасываю. А пахнет розой, кстати, пахнет до сих пор, но тоже уже лет 5. Выбрасываю упаковку из-под вот этих ковриков для выпечки. Я их так храню, надоело уже, как бы выбрасываю. Сами коврики очень хорошие. Ну, у меня один такой, один с AliExpress. Ну, в общем-то, по традиции я мешки для мусора, вот эти ашановские, они как бы нормальные. Они небольшие, на 10 литров, и, в общем, хорошо. Салфетки от красной цены, бумажные, 100 штук, тоже стоят дешево, нормальное качество. И так, в Ашане. В Ашане я покупала вот такие вот перчатки. Вот. Ну, вот эта штучка осталась, клапан. Хорошие одноразовые перчатки. Для моющего пылесоса я там использую, когда чищу, ну и тому подобное. А еще закончился эфирное масло, у меня закончилось с ароматом цитруса. Вот такое вот. Хорошее масло, пользовалась. Приятный аромат. В целом, сейчас вот у меня еще мята перечная, я пользуюсь. Качество вполне себе достойное. Ну что ж, это все были пустые баночки. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока!